Всем доброе время суток. С вами канал Воха54 и я Владимир. Сегодня я вам расскажу, как сделать розетку. А в следующем видео я расскажу, как поставить ее в рамку. Потому что как розетки, это не просто стабильно они ставятся в рамку, но это и отдельный украшающий атрибут на каких-то изделиях там. Поэтому два видео будет. Первое по розеткам, а второе как поставить в рамку розетку. Рамка это вам знакома уже, как бы мы ее делали. Вот она у нас как такой экспериментальная рамка и будет дальше идти. Я ее склеил. Все. Ну, сначала я розетки, конечно, делал сложным путем. То есть я склеивал их квадраты, потом на токарном обрабатывал все это. Потом делалась розетка, отрезалась торцовкой. Ну, как бы токарного ни у кого нет, это у многих нету. А информацию охота донести для всех. Поэтому я разработал, придумал такой алгоритм действий. Без токарного все. Ну как, он будет токарный, он в другом совсем будет, другую функцию совсем будет выполнять. Та вещь у вас должна быть. Вот, розетка будет сразу с центром, то есть не надо уже потом думать, как сверлить. То есть если где-то на изделиях, сразу вот будет центр, сразу раз и станет она по центру. Вот такая розетка сделана вот этим пером. Вот, если заводская, можно заводской делать. Там я показывал, как розетку делать из пера. Ну, есть 7 отрицательных отзывов. Либо это аналитики, либо это нетерпеливые просто люди, которые не смогли, так сказать, добиться конечного результата. Сейчас я покажу, как это все работает. Итак, первое, что делаем, делать будем на сверлильном. Вот, сейчас я настроюсь. Вот. Сверлильный наш. Вот. Итак, первое, что надо сделать, это поставить, закрепить плашку. То есть, чтобы она не шевелилась. Потом ее надо поставить сверло на 8. Вот. Поставим сверло на 8. Включаем станок и делаем отверстие. Отверстие нужно, чтобы соблюдать центр и вставить туда шкант. Вот. Потом, блин, рано вытащить. Вот. Потом берем досточку, естественно, предназначенный для розеток, там без разницы какой толщины вы будете делать, и сверлим примерно, где у нас будут розетки. То есть сверлится отверстие, и они у нас будут выступать как центра. То есть снимаем сверло, вставляем шкант. Вот, все, у нас центр есть, и ставим розетку. Вот это все делать надо на розеткой, там сколько, ну, у меня где-то 2 с чем-то на этом, на сверлильном, на последнем ремне стоит. Вот, и все ловим, вот он центр пойдет у нас по кругу. Сейчас я перенесу, а то может из-за руки не видать. Вот.
только вот тут сюда надо. Вот так вот. Вот. И все. Вот центр вставили, шкант. И вставляем шкант и делаем розетку. Три розетки получилось. Вот такого плана. Так, сейчас я ремень переставлю на более мелкие обороты. Итак, следующее действие — это ставим коронку. Вот такая вот инкоровская коронка. И также вот наши центра. И вставляем центр. Все, поставили центр. И начинаем вырезать. Вот, вырезали, да? А как теперь ее оттуда достать? Откручиваем. Чтобы достать, откручиваем дрель. Это розетку берем. Вот шуруповерт, натравливаем ее и вытаскиваем, чтобы не повредить вот эту поверхность. Вот. Потом просто убираем саморез, немножко накалываем. Итак, следующая операция у нас будет, это зачистить их надо. И следующее действие, надо их убрать, вот это все жонки, и отшлифовать, так сказать. Вот такие вот неровности все. Это можно сделать вот на таком шлифовальном станке. Или там барабан там круглый. Ну, в общем, просто задать основу и отшлифовать. Вот, все она чистенькая, ровненькая, можно даже, вот, все, ровненькая розетка получилась. И следующая. Вот и все. Можно еще шлифовать ее всю. Вот. И все. Следующее действие. Ее надо отфрезеровать. Три розетки у нас. Детали маленькие, поэтому, как бы, чтобы не выдернуло розетку, надо, вот, чтобы на что-то опереться было. То есть это самое, просто тупо так. И всегда надо затравливать, чтобы волокнами, по волокнам шла. Вот так вот противоволокон уже нельзя.
получились три розетки. Вот. Как бы все они одинаковые. Вот. Розетки уже с центром, все. Только вставить и приклеить на шкаф там или куда, уже не надо искать. Ну вот такой вот алгоритм. В следующем видео мы поставим вот в эту вот рамку розетку. То есть сделаем лучи, сделаем, все будем на пазах, все будут пазы везде. Все будем делать, я покажу, как все это делать на фрезере. Ну вот, собственно, и все. Всем удачи, до встречи.